Добрый день, меня зовут Цуров Кирилл, и я являюсь шеф-поваром компании «Про питание». Сегодня это у нас уже пятый мастер-класс о здоровой и вкусной пище. Сегодня мы будем готовить прекрасный продукт, такой как киноа. Этот продукт зародился в Латинской Америке, в нем очень большое содержание белка, и он увеличивает мозговую активность. Мы все помним, да, про эти племена майя, инков, которые оставили нам до нынешних пор о себе память. Я думаю, именно вот киноа им помогла так развиваться на фоне других каких-то старинных племен. Поэтому мы будем сегодня ее готовить. Для этого нам понадобится сама крупа киноа. Также фрукты, яблоки. Также вы можете использовать любой любимый фрукт, но лучше все-таки взять яблоки или груши, такие твердые. И орехи. Орехи пекан. Эти орехи, американские орехи, они отличаются таким насыщенным вкусом какао. А на самом деле они похожи чем-то на грецкие, когда они почищены, но на вкус они отличаются. У них ярко выраженный вкус какао. Для того, чтобы сварить нашу крупу, мы возьмем сотейник и насыпем нашу крупу в сотейник. Чуть-чуть соли, не бойтесь, соль никогда не повредит. Наливаем воды. Эта крупа очень сильно разваривается, как гречка, поэтому мы наливаем процентаж 1 к 3. И ставим на плиту. И доводим ее до кипения и варим. Она должна хорошенько развариться, эта крупа, и тогда она будет на самом деле очень вкусная и полезная. Поставили на плиту и будем варить. Пока наша крупа варится, мы возьмем наше яблоко. Нам так много яблок не надо, то есть мы отрежем от нее половинку. Почистим от семечек. И я не люблю жесткую шкурку на яблоках, поэтому я ее зачищаю. Но вы, если вы нормально к этому относитесь, это делать не обязательно. Мы почистили наше яблоко. Сейчас мы его нарежем хаотично, как вам больше нравится. Как вы любите? Любите крупные яблоки, любите яблоки, нарезаем крупно. Не очень любите яблоки, нарезаем мелко. Если вы относитесь так положительно, как я, то можно нарезать таким хаотичным кубиком. Нарезаем наши яблоки. Закидываем в миску. Они нам понадобятся чуть позже. Для того, чтобы яблоки не потемнели, их можно полить лимоном. В яблоках очень большое содержание железа. Мы все это знаем, все поэтому их и едим и любим. Также мы почистим наши орехи. Орехи пекан очень легко чистятся, ну, намного легче, чем грецкие орехи. То есть небольшие усилия, и в принципе он чистится. Закидываем наши орехи пекан. У меня тут есть небольшое количество уже чищенных, поэтому я почистил только одну штуку. Теперь ждем, пока сварится наша крупа. Вот наше киноа уже варится где-то 13 минут. Оно вообще варится 15 минут и разбухает очень хорошо. В принципе, это выгодная крупа. Вот наша крупа уже почти готова, почти вся вода уже впиталась. Крупа наша разварилась. Подождем еще буквально 2 минуты и будем уже собирать блюдо. Для этого мне понадобится глубокая емкость. Мы возьмем наши яблоки, насыпем на дно емкости половину, насыпаем на дно, возьмем наши орехи. Желательно, конечно, цельные убрать в сторону, а которые раскрошились у нас, ничего страшного. Мы их поломаем чуть-чуть помельче и закинем. Очень вкусное блюдо и замечательное. Закидываем наши орехи, берем нашу крупу. У меня, допустим, воды вообще почти не осталось, поэтому я ее не буду сливать. Я возьму нашу крупу и сразу буду перекладывать. Распределяем ее равномерно по всей поверхности тарелочки.
стараемся, если даже какая-то вода осталась, ее не брать. Выкладываем нашу прекрасную полезную крупу. Выкладываем оставшиеся яблоки сверху. И наши орехи пекан. И наше киноа с фруктами и орехами пекан готово. Приятного аппетита!